Я пришел не для того, чтобы драться с Орденом или с нелюдями». «Это верно. Велерат прислал нас сюда, чтобы восстановить порядок. Фольтес не хочет, чтобы начались новые столкновения из-за какой-то провокации». «Что с рыцарями и нелюдями?» «Они друг дружку перерезали, когда мы подошли. Мы тут охладили все горячие головы, так что если ищешь неприятности, лучше поворачивай назад». «Я спешу, прощай».